Здравствуйте. Про здоровье на телеканале ОТВ в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях архитектор тела Виола Огородникова. Привет, Виола. Привет, Маша. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Давай сегодня поговорим, что такое архитектура тела. Давай разберем это понятие, что оно в себя вмещает. Для меня архитектура тела – это прежде всего наш каркас, наша основа, наш скелет. То есть если наш скелет стоит правильно, то есть никуда не скручены кости, грудная клетка раскрыта, то есть в целом, как мы видим на уроках биологии, такой правильный скелетик, Йорик, да, у нас стоит с косточками, все становится достаточно просто. Ну, по сути, это получается геометрия, да, некая? Геометрия тела, конечно. И когда у нас геометрия тела, она правильная, скелет у нас комфортно выглядит, приятно, да, все стоит на месте, у нас и внутренние органы чувствуют себя внутри комфортно, суставы не страдают, и мы, в общем-то, полноценно можем двигаться без боли и каких-то ограничений. Но мы же понимаем, что все возникает в том числе и в процессе нашей жизни, где-то мы неправильно сидим в школе, где-то мы не так делали гимнастику или не те упражнения в детском саду, ну, в общем-то, потом еще наваливается куча всего, разных моментов, и наше тело начинает, ну, скажем так, гулять из стороны в сторону, да, деформироваться. Очень часто можно слышать такое слово, как сколиоз, искривление позвоночника, плоскостопие. Но со всем этим уже мы сталкиваемся во взрослой жизни, когда корректировать эти моменты становится гораздо сложнее. Вот как все-таки уже прям с самого начала, с рождения, с момента появления ребенка, правильно вот в физическом плане его воспитывать, чтобы избежать всех этих негативных последствий? Маш, я согласна. Единственное, откорректирую, что проблема начинается гораздо раньше зачастую. Не у всех, конечно. Еще с момента, когда ребенок лежит в животе, и как раз мамины компенсации, они отражаются на ребенке. Зачастую. Да, то есть, допустим, ну, у мамы был зажат крестец, да, и, например, ребенок лежал определенным образом, и у него поджата ножка, да, или плечико поджато к уху. Хорошо, как это понять? Ну, тебе же вроде как-то кажется, что все в норме, ну что там, ну, он внутри, и все в порядке. Ну, конечно, это могут быть какие-то опосредованные такие сигналы, это может быть... Не знаю, ребенок начинает уже, когда родился, да, активно очень быть гиперактивным, да, то есть с этим надо разбираться. Как правило, идут к неврологу, но мой личный опыт, да, он позитивный и положительный, и опыт моих клиентов – это хороший остеопат, если вы доверяете остеопатам, да, потому что, к сожалению, в любой профессии есть всегда, ну, в общем-то, не очень хорошие примеры, когда мы сталкиваемся с какими-то негативными историями. Вот то самое понятие гипертонуса, оно, в общем-то, и возникает вот эти предпосылки уже в момент беременности. Конечно, то есть это может быть какое-то внутреннее состояние мамы, да, там нервное, может быть, она нервничала, и это действительно связано с нервной системой непосредственно. А может быть, это какие-то определенные зажимы у мамы, и ребенок очень активный, гиперактивный, кажется. А на самом деле у него зажата грудная клетка, зажата пищеварительная система, и вот таким образом, активно работая руками и ногами, он хоть как-то пытается... Ну, то есть вот пытается... это тот самый, вот как бы гипертонус, это не в смысле активности двигательной, это наоборот получается зажатость мышечного корпуса. Я даже говорю здесь не про гипертонус, потому что гипертонус младенцев это зачастую нормальная вещь, ну, считается нормой, да, до определенного возраста. Я говорю именно про гиперактивность, то есть когда ребенок очень активно себя ведет, то есть он может размахивать конечностями, ручками, ножками, есть более спокойные дети, есть такие вот прям беспокойные, кажется, да, и относительно других детей ты понимаешь, что это не норма. И, например, один из примеров, да, когда люди обращаются, это не обязательно, что у всех так, да, то есть все очень индивидуально, обращается к остеопату, к хорошему, он может увидеть, что зажата диафрагма, зажата из-за этого пищеварительная система, и только так, такими движениями, не расслабляющим массажем, да, конечностей, а именно такими движениями он может как-то скомпенсировать и дать возможность пищеварительной системе работать нормально. Да, хотя... То есть ребенок в младенчестве
получается, понимает гораздо больше зачастую, чем родители, и старается исправить. Он просто хочет выжить. Интуитивно, да. Хочет выжить, хочет, чтобы у него как-то это работало. То есть, конечно, у нас инстинкты, интуиция и умное тело, оно еще не зашорено мозгом, да, какими-то нашими выводами. И, конечно, младенцы, они как-то, их тело подстраивается, ну, под эту историю. Да, это такие же аллергии, которые можно лечить аллергию, какие-то высыпания кожные, да, связаны, опять же, с зажатой ЖКТ, да, и, опять же, это может быть, у мамы все было хорошо, например, возьмем идеальный случай такой, не с нашей планеты, видимо, не с нашего времени, все хорошо, ребенок рождается, но не факт, что ребенка приняли правильно, да, то есть бывает вообще, человек может через много лет обратиться к специалисту, ну, к тому же, например, остеопату, а тот увидел, что у него какие-то пальцы, аж отпечатки пальцев бывают на затылке, так приняли ребенка, да, а человек маленький, потом большой с этим живет, а потом живут его дети с какими-то такими вот следами не совсем, может быть, корректного обращения, ну, всякое случается. Возможно ли все это как-то корректировать и, в общем-то, ну, в идеале добиваться того, чтобы архитектура тела нового человека правильно, гармонично формировалась и в будущем у него не возникало никаких проблем? Конечно, это можно делать. Я вообще сторонник такого гармоничного, всестороннего подхода. И я занимаюсь как раз выстраиванием костей, отпусканием мышц, то есть чтобы они у нас не скручивали кости, потому что это тоже отдельная история. Они могут скручивать кости. То есть мышцы – это самая сильная структура. И порой встречаешь молодого человека или девушку, которая еще точно ничего не поднимала в своей жизни. Она не сидела за офисным столом и даже занимается спортом. Ну, понятно, что школа, она деформирует тоже достаточно серьезно все-таки. И уже ты видишь, что грыжи межпозвоночных дисков. Связано это с большими стрессами. Да? То есть у нас на стресс реагирует тело очень серьезно. И вот эта мышца, которая отреагировала на стресс, она просто скручивает позвонки. Но речь о том, что же делать в младенчестве. Да? Здесь я не могу говорить про свои практики, потому что я занимаюсь людьми, которые все-таки уже более старшего возраста, да, то есть здесь... Приобрели в течение жизни. Да, ну, на самом деле я занимаюсь и с подростками, и школьниками, ну, которые уже хотят у них, то есть можно как-то с мотивацией поработать, то есть уже, допустим, если это девочки, они уже хотят быть... А у кого все-таки вот больше деформации, больше проблем? У детей или уже у подростков, у мальчиков или девочек? Вот никогда ты не проводила такую аналитику, исходя из тех пациентов, которые к тебе обращаются? Но, к сожалению, почему-то детей не так часто приводят, приводят в каких-то критических случаях, когда, ну, ко мне, например, папа-остеопат приводил девочку, свою дочку, они собирались сделать операцию на колени, и он хотел, чтобы я позанималась с ней для того, чтобы снизить вот эти все риски, которые возникают после операции, чтобы операция прошла более гладко и восстановление было более комфортным. Когда я посмотрела на девочку, я поняла, что, сделав операцию, они не решат проблему, и, скорее всего, они будут делать их постоянно, потому что там настолько сильно скручивали бедра, мышцы бедер, колени, и были такие сильные скрутки, что там, мне кажется, никакой вставной сустав не справился бы. То есть мышцы бы продолжали это делать. И мы начали работать. Ну, у нас такой был жесткий график, 10 дней как минимум. И девочка делала под контролем папы домашние задания. На детях работает просто до слез быстро. До слез, потому что ты над этим корпишь, как взрослый человек, месяцами. Хотя результат сразу есть, но он просто такой очень небольшой, да, то есть ты прям вот как ниточки разматываешь. А на детях мало того, что они говорят, боже мой, не сделали пятку, они говорят, я почувствовала, что у меня там пошла энергия через макушку, я чувствую тепло тут, там, то есть открывая, ну, у них тело настроено на развитие, на бурное, и поэтому вот эти коррекции, они очень гармонично ложатся, тело их очень благодарно воспринимает, и результаты мгновенные, поэтому я не могу сказать, мальчики или девочки больше приводили девочек. Ну, может быть, потому что
девочки как-то более покладисто воспринимают все эти истории, да, и соглашаются с родителями что-то поправить. Мальчики, наверное, готовы в более взрослом возрасте, когда они уже там задумываются о тренажерном зале, как-то им хочется нравиться девочкам, да, и тогда они уже могут прийти и как-то над собой работать. А что касается деформации, я, к сожалению, я очень много гуляю на лыжероллерной трассе, и деформации есть очень серьезные у подростков. Очень серьезный. У детей еще там может гулять как-то, да, можно это подправить, не всегда это видно. А у молодых девушек, у ребят, они уже хромают. То есть это может быть 11 класс. И, ну, на это больно смотреть. Про взрослых я тоже, ну, там действительно из 10 человек только 2 в лучшем случае правильно ходят нордической ходьбой, то есть никуда не скручивается стопа. А самая, наверное, большая трагедия в том, что человек, стремясь к активному образу жизни, к здоровому образу жизни, посвящая время спорту и активностям, но ходя и взаимодействуя со своим телом неправильно и со спортом, он себе накапливает гораздо больше проблем в будущем, чем человек, который, может быть, будет там лежать на диване, ну, условно, да, потому что в какой-то момент, особенно в момент гормональной перестройки, например, у женщин, да, это климактерический период, там уже нет вариантов телу компенсировать, у него на это энергии нет. И вот начинает тело разваливаться. Кто-то говорит колени, кто-то тазобедренные с этим очень страдает. А просто никак, ну, не было такой необходимости работать со стопами, заглядывать и смотреть на свое тело, ну, немножко по-другому. Нет просто такой культуры. Ну, просто получается, что наше тело настолько совершенно при правильном подходе, правильном образе жизни, правильных физических нагрузках компенсированных, да, угу. В общем-то, можно избежать серьезных последствий. Да, я, правда, таких людей не знаю. Мне кажется, столько стрессов внешних, что действительно надо очень много над собой работать. Ну, прямо вот представлять, что работа над собой – это работа. Мы же посвящаем время работе, да, мы говорим, что это святое. Там, не знаю, посвящаем... Семья святое. Святая, не для всех. Но будем надеяться, да. Но в любом случае, да, где-то кто-то поймет, а тело, так вообще мы на него в последнюю очередь. Либо мы делаем по общим шаблонам. Вот это большой пробел именно культуры. Да, то есть есть физическая культура, но ее, по сути, не особо-то и как-то продвигают. И, ну, вот просто много уже сейчас других практик, совершенно другой подход, и он появляется, он, слава богу, есть. Но пока это такие проблески надежды, да, которые, ну, постепенно входят в жизнь, ну, фитнеса даже не могу сказать, потому что все равно все делают как-то по шаблону. Поэтому здесь, наверное, вот это вот воспитание и культура, которая отсутствует, она на самом деле отсутствует во всем мире, и я это слышу от коллег в разных странах, что, боже мой, это беда, я видела это в Лондоне, когда там же все бегают, но там лучше, там надо запрещать бегать, потому что там на таких кривых ногах, что просто человек скоро перестанет ходить. А, ну, правда, то есть если мы посмотрим... Зато он бегает. Он перестанет ходить, но будет продолжать бегать. Но он в и тренде. Делать это неправильно, да, но зато он в тренде, он ведет здоровый образ жизни. Виола, какое место во всей этой истории занимает вода? Если мы говорим о бассейне, о правильном плавании, о грудничковом плавании. Ой, я очень люблю грудничковое плавание, как родитель. Я релаксирую. Признайся честно, да, я только хотела сказать, что это просто время, которое ты можешь... Я могу выдохнуть, я посмотреть, насладиться, как ребенок делает успехи, как ей хорошо, вот потом дать бутылочку и тоже порелаксировать, когда она спит. На самом деле, мне кажется, это так здорово, и это снимает напряжение, это очень развивает. У нас же у детей до 3 лет формируется очень активно именно внешняя кора головного мозга, то есть вот эти вот электрические импульсы. Поэтому чем больше мы ему дадим каких-то взаимодействий, а тем более каких-то физических возможностей для развития, тем больше у нас организуется вот этих нейронов, да, связей с телом в том числе. Потому что мы же часто видим подростков и детей, которые совершенно неуклюжи, да, то есть у них вот эти все связи, они, скорее всего, не сформированы, но, может быть, не уделялось внимания, да, может быть, есть какие-то предрасположенности еще к тому же. Поэтому вот эти вот все тактильные вещи, физическое развитие гармоничное, тем более в бассейне, когда, да, ребенок может расслабиться, особенно когда есть какие-то
предрасположенности к гипертонусу, зажимы. Опять же, в бассейне может тренер грамотный увидеть, что, например, на какую-то сторону ребенок работает какой-то стороной лучше, например, какой-то рукой, а другая рука вялая. Это тоже такой будильничек, да, и звоночек, что надо обратить внимание, сходить к специалисту, которому вы доверяете. Опять же, я не настаиваю здесь. Я просто люблю остеопатов, у меня есть пару хороших. Вот, но я знаю, что кто-то любит совершенно других специалистов, у них есть такие, слава богу. То есть, пожалуйста, вот кому вы доверяете, от кого вы видите эффект хороший. И с этим уже работать. То есть это еще такая лакмусовая бумажка. Классная история, вода, да. Правильное плавание, когда с вами работает тренер, не как мы раньше плавали, да, зажав заднюю поверхность шеи. Это хорошее вытяжение, это хорошая работа легких. Если нет аллергии на хлорку, то вообще чудесно. Мы сегодня говорим об архитектуре тела. От тебя несколько советов. Как все-таки удержать то самое ценное, с чем мы зачастую приходим в этот мир и не потерять. Я бы рекомендовала, наверное, если уже есть дети, да, может быть, для детей мы делаем гораздо больше, чем для себя. Можно брать пример, сначала делать для ребенка, потом, в общем-то, как-то втягиваться и подключаться, да, делать вместе, не отдаляться. Не отдаляться точно. Для меня всегда, как для ребенка, нас родители водили на всякие секции спортивные, в том числе на танцы. И нас всегда удивляло, что как же дети активно танцуют, а как же родители. Ну, можно же было для них сделать какой-то фитнес, там, не знаю, тоже, чтобы они потанцевали. Они сидят, но я думаю, что они просто отдыхали в это время. Но очень полезная история прийти со своим ребенком. И ко мне такие семьи ходят. То есть у меня ходят папа, мама, я, здоровая семья. Там бывает мама, ребенок. Это хорошая и мотивация, и объединение. То есть это такое уже почва поговорить, посмотреть друг на друга, поправить. Или сказать, что ты сутулился. Ну, то есть какой-то общий бэкграунд такой создается. И общие темы для разговоров и развития. И когда мы приводим ребенка, и на нем, например, я могу про себя, да, говорить, я показываю, что ребенку, ты видишь, если мы не будем так делать, то у тебя, вот видишь, предрасположенность, как у мамы. Дети очень быстро включаются, им не хочется, да, какие-то иметь особенности, которые доставляют мамам беспокойство, да, и в том числе визуальные какие-то, да, недостатки. Мама понимает, что они могут это выправить, и у них тоже есть желание, чтобы у детей такого не было. То есть такая вот двойная мотивация происходит, и можно вместе работать с этими процессами. Как работать? То есть, конечно, вначале я смотрю на человека. То есть найдите специалиста, который это просто специалист, который будет действительно, прежде чем с вами поработать, он на вас посмотрит. Посмотрит на ваши стопы, посмотрит, как вы двигаетесь, да, сделает какие-то тесты хождения. Составит вам программу, и, скорее всего, это будет специалист, у которого есть несколько инструментов. Не только тренажерный зал, да, например, если человек пришел в фитнес, но он может вам назначить или хотя бы отправить к сопутствующему специалисту по миофасциальному расслаблению, да, поработать там или скажет, обязательно сходите еще к тому-то, 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 то есть хотя бы назначить некий такой обширный, разнообразный курс развития тела человека. Мои практики – это как раз мячики, которые мы снимали, да, яму на бодироллинг, потому что это крутая практика, которая ставит кости на место, то есть это, по сути, такие элементы мануальной терапии, и разгружает мышцы, то есть оно уводит эти скрутки и, по сути, разгружает тело за счет того, что мышцы начинают правильно функционировать, а нервная система великолепно разгружает себя. Почему? Потому что у нее нет задачи постоянно контролировать все эти компенсации, создавать новые. И потом обязательно это, конечно, укрепление. То есть когда мы раскрыли себя, когда мы убрали все жесткости, компенсации, мы поставили все на место, нам нужно научить мышцу правильно работать, включить эту мышцу. Нам нужен хороший мышечный корсет уже на хорошо раскрытое тело. И тогда не будет такого эффекта, как многие жалуются, например, подседая только на мячике, да, говорят, боже, нам так нравится, но эффект длится недолго, потому что нечем держать. Нам нужно в движении учить мышцы правильно работать. То есть не локально, а заниматься всем телом. Ну, вот комплексный подход, когда мы и разгружаем себя, и учим мышцы, обучаем правильной работе, и
научаемся сами чувствовать свое тело и понимать, когда же нужно вспомнить про ту или иную практику. Архитектура тела равно всестороннее гармоничное развитие человека. Все верно. Причем комплексно. Никогда я хочу красивые ягодицы, мы качаем ягодицы. Они не накачаются 100%, если у вас таз стоит не на месте и стопы завалены внутрь. Вы создадите еще больше проблем, больше отеков. И, ну, скорее всего, большие ягодицы – это равно большой отек будет. Вот. Поэтому здесь, ну, к сожалению, это так. Ну, в общем-то, эффект-то достигнут. Я боюсь, что будет просто... Под ягодицей эффект, еще одна ягодица, да, как это часто, к сожалению, видится. Вот, поэтому такая была история пикантная. У меня есть замечательная коллега, которая много снимается на телевидении. Она преподает и Яману, и в тренажерном зале, в таких хороших фитнес-клубах. У нее потрясающая фигура, она работает с людьми. И мы пришли на одну и ту же практику, работая руками с человеком. Да, то есть, что, допустим, человек лежит, и мы делаем правку руками на мечах. И у нее были потрясающие, ну, они есть потрясающие ягодицы. А нам как раз рассказывали о том, что мышца вот правильная, в правильном состоянии, когда она в покое, она должна быть мягкой. А когда ей надо, это как кошка, да? Когда напрячься, она, ну, налетает, да? То есть все, она включилась. Ягодицы то же самое. Я думаю, как это? Это невозможно. В общем, я все-таки решилась и говорю, можно я потрогаю ягодицы? Говорит, пожалуйста. Я дотрагиваюсь, и я понимаю, что это абсолютно мягкая, вообще невероятная ткань. Когда она напрягается, она жесткая. Но это просто была очень красивая ягодица. То есть, ну правда, невероятно. То есть это было что-то... И я понимаю, что это возможно. То есть это не просто теория. Это вот человек в практике, который правильно тренируется и имеет действительно такое фантастическое тело. То есть все возможно, но главное начинать не с ягодицы, наверное, а все-таки комплексно посмотреть, что сделать, чтобы ягодицы все же появились и встали на место. Виола, спасибо за твои советы, спасибо за интервью. Спасибо, Маш, спасибо зрителям. Вы смотрели программу про здоровье. Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.